Всем привет! Смотрите, ночью у нас было минус 16, утром минус 8, а теперь уже 0. И вот что творится, уже капает все. Угу. Вот и солнышко. Я не выхожу на улицу. Немножко приболели с мужем. Температура была, кашель, горло. И теперь говорю так некрасиво. Еще такой голос у меня. Ой, как красиво. От меня пар идет. Теплее стало даже тут. Вот, вышла порадоваться солнышком. Ой, какая красота! Да, капает все. И вот эти шапки. Не знаю, что будет, когда это все будет падать. Вот, смотрите. Ой-ой-ой. Страшно подумать. Говорят, на следующей неделе у нас будет плюс. Ну вот. Посмотрим, как будет. Но ночью было очень холодно. Деревья все вынее. Ини. Лег на провода. Как-то в той песне, да? Ой, я еще не могу говорить нормально. Горло такое больное. И нос заложен. Ох, все капает уже тут. Все оттаивает. Вот. Капает капли. Ну, красота. Вот такая радость. Может, и зима уже придет, кончится, да? Не верится. Столько снега навалило нам за этот месяц. Ну все. Хоть столечко увидела солнце. И мне этого хватит. А то уже давно не видели солнца. 2 дня не выходили на улицу. Только котика покормить. Выхожу, одевшись, и все. Всем здоровья, всем sveikatos. Ir nesirgtumėt niekas. Ну, все, что мы ждем.